Как ты думаешь, мир единоборств ответит когда-нибудь на вопрос, какой же стиль, система или направление боевых искусств самое лучшее? Привет, черные гепарды! С вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. А в этом видео мы посмотрим на реально жесткий бой между черным поясом по каратэ-до и бойцом Muay Thai. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. А пока вы будете наслаждаться поединком, я немного расскажу про сам турнир. Этот бой проходил в рамках профессиональной лиги каратэ-до Японии. Да, есть и такая. Я сам о ней узнал недавно и решил поделиться с вами этим поединком. А если видео наберет 2000 лайков, покажу вам еще интересных боев. Но вернемся к лиге. Я могу только снять шляпу и высказать уважение организаторам такой лиги. То есть мастера не просто преподают непонятно для кого и для чего карате с катами, а конкретно затачивают свое направление под реальный поединок. Ну а проверить работоспособность любого направления можно только в соревновательной манере. Кстати, правила в рамках этого турнира каратэ-до очень жесткие. Бойцам разрешены любые удары руками, ногами, локтями и коленями. Кроме этого, любые виды захватов, высеканий и бросков. В общем, практически все, кроме борьбы в партере. Грубо говоря, правила муай-тай только сюда еще добавили амплитудные броски. Но еще большую жесткость боям придает экипировка. А вернее ее отсутствие. Бойцы одевают только капу и ракушку, обматывая руки бинтами. Все, на этом защита кончается. Также в турнире разрешают брать участие не только бойцам каратэ-до, но и представителям любых видов единоборств. Что очень хорошо, так как дает возможность увидеть свои сильные и слабые стороны и работать над ними. Бойцы в ринге довольно интересные и неоднозначные. От себя могу только сказать, что это не топовые бойцы мирового уровня, но довольно хорошие файтеры для профтурнира в Азии. По ходу боя вы могли заметить, что представитель каратэ-до часто выполняет амплитудные броски, которые ему неплохо удаются, из-за чего манерой боя он больше похож на дзюдоиста, чем на каратиста. Thank you.
Конечно, в ударной технике каратек явно проигрывает представителю муай-тай, а особенно когда дело доходит до клинча. Тайский боец отлично подключает колени и локти в ближнем бою, что играет в данном поединке решающую роль, так как каратек не знает, как защищаться и что делать в ближнем бою, кроме перевода в партер, который не всегда получается и не имеет продолжения по данным правилам. Что мне особенно понравилось в этом бою, так это дух. Бойцы реально рубятся, как в какой-то уличной драке, не показывая особо красивой техники, но проявляя характер. Кто победит в этом бою, ты увидишь сам. Но помни, побеждает не единоборство, а боец. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик, чтобы первым смотреть топовые видео, а также делись этим видео с друзьями. Пускай тоже зарядятся духом бойца. А если ты хочешь научиться так же рубиться или усилить свои тренировки, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках!